Сегодня в спортивном комплексе «Гармония» пройдет очередной этап спартакиады среди молодых сотрудников «Газпром Трансгаз Томск». Давайте вместе с вами посмотрим, кто сегодня возьмет первое место, а кто возьмет свои вещи, смахнет скупую мужскую слезу и поедет домой. Толкачи давай! За нашу толкачи. А почему сзади написано «Улетный транспорт»? Ну, мы их соперники. Но мы в одном подразделении. Вот это спортивный дух, понимаете? Они соперники, но их поддерживают. Мы работаем в любых условиях. А, болит! Аккуратно! Локоть болит! Держим! Сколько минут уже? Сколько минут держим? Немного, еще пару секунд. ОМОН ДЦ. Поздравляю вас с вашей первой победой. Как настрой, боевой? Да, как у ОМОНа. ИТЦ. С кем играете? С Овром. Честно-то, как у них подготовочка похуже вашей? Ой, я не знаю, не видела их в деле. А планки они, наверное, еще не стояли, да? Не видели? Кто, я? Они. О! Нет, они не стояли, они не подготовлены. Мы команда «Хоть куда!» В спорте все мы мастера! Будем бегать, мяч гонять, за победу воевать! У-у-у! Еще один этап спартакиады среди молодых сотрудников «Газпром Трансгаз Томск» позади. Определены победители, но прежде всего победила дружба, молодость и здоровый образ жизни. Ну все, у меня уже все, да? Гипертонический криз. Спасибо вам. Идем дальше.